Всем привет, меня зовут Игорь. Я из города Комсомольска-на-Амуре. Решил записать отзыв о тренинге Владимира Шамшурина. Ну и вообще о его творчестве, так скажем. Пишу с первого дубля, если что, не судите строго, говорится. Все начать. Все началось с видосов о том, как я просто, меня один друг посоветовал, посмотри видосы в интернете, как это парни делают, подходят, знакомятся с девушками. Ну, я как-то ввел и наткнулся на наш сайт, на канал Вовы. Там был еще видос, он сейчас, жалко, в закрытом доступе, точнее вообще его удалили. Это видос про космические рукава. Ну, кто знает, тот поймет. То есть посмотрел этот видос, меня он ужасно зацепил, так скажем. Что Вова остановил какую-то незнакомую девушку, которая спешит, во-вторых, его сливает. То есть у него это хорошо удалось, меня это зацепило, и я даже не поверил. То есть это действительно так делают. Да, ребята, это действительно так делают. Ну, как-то после этого видоса начал смотреть остальные каналы, потом еще один канал, о чем я говорю. Остальные видосы, один за одним, много обучалок. То есть, пересмотрел почти все видосы и уже какой-то опыт, не опыт, а какое-то уже знание у тебя есть. То есть канал Вовы помог мне вообще начать это делать. То есть до него я вообще этим не занимался никогда. То есть у меня девушек вообще не было никаких. Была там одна печальная история. Вот. Что я хочу сказать? То есть начал уже подходить после этого канала Вовы. И начало что-то получаться. Причем результат был очень хороший. Короче, была история после этого канала, после просмотра. Как-то решился, думаю, сейчас пойду кого-нибудь соблазню. Встретил знакомую, малознакомую, так скажем, и... То есть мы с ней общались как-то так, совсем понемногу, и... Так, что я хочу сказать. То есть встретились, и думаю, Настя, привет, давай прогуляемся. Давай. Вот, как-то прогулялись с ней, а потом ближе к вечеру уже говорю, ну что, давай ты мне чаем напоишь, таким директивным посылом. Она такая, да? Ну давай. Ну, получилось так, что я попал к ней домой, и у нас, короче, с ней потом был секс. Я потом друзьям рассказываю, парень у меня был почти фаст, потому что эта девушка, раньше с ней вообще не общался, с ней, ну, почти практически никак. Для меня это был полный шок. То есть уже какие-то знания канал Вовин уже дает, очень хорошие знания. А тренинг дал мне, так скажем, большую уверенность. Потому что после прохождения тренинга вот эти его пинки, которые дает, такие моральные пинки на тренинге, они помогают тебе выйти из зоны комфорта. И задания, которые ты выполняешь, тоже очень эффективные. То есть после тренинга у меня стали девушки намного старше меня, то есть у меня сейчас... Девушке в основном по 29 лет, мне самому 21 год, и у меня девушке 29 лет, причем интересуются со мной, мною интересуются, общаются о чем-то. Короче, скажу так, ребята, если вы думаете, что это наебка, блядь, застрелитесь, как Вова говорит. Вот, тренинг дает реально... хороший такой
как сказать, пинок в новую, хорошую, настоящую, яркую, красочную жизнь. В общем, так. Все, ребята, давайте, удачи вам. Соблазняйте самых лучших, знайте, что все ваши, все твои.